В общем, выехали на море. Надеюсь, найдем автоке. Немножко с собой вещей. Самая малость тут. Чуть-чуть самая малость там. На один денечек собрались. Вот смотри, у нас машина стоит. Василий. Это папа. Ева. А море? А море вон там. Да. Блин. Короче, море вот прям в 5 метрах. Вот у нас палатка. За палаткой мы там жарим мясо. Стульчики. Так я же. Ага. Что, теперь утром можно показать, как оно все это выглядит. У нас стоит машина, и мы на море. Из кемпинга, то есть это кемпинг, по сути. Мы заплатили 400 рублей за то, чтобы проехать, встать близко к морю. Но здесь еще имеется 3 беседки. Вчера мы подъехали, встали такие беседочки, такие вообще красавчики. Подошли, тут включается свет, вообще все шикарно. Мы начали раскладываться, подходит мужик и говорит, беседка стоит 3000 рублей. Мы такие, спасибо, мы не готовы поужинать за 3000 рублей, чтобы просто посидеть на скамейке. Сложили свои манатки и переехали немножко вот туда подальше. Вот. Здесь есть туалет. Ну, как бы из цивилизации, наверное, все. Можно, наверное, попросить зарядить телефон. Думаю, не откажут за иную сумму денег. Есть машинка с кофе. Но больше ничего и не нужно. Все остальное красиво. Просто море. Здесь дикой ежевики растет. Обалдеть. Просто. Куча. Тьма. При том, что в ежевику, если в нее зайти можно, то обратно ты уже не выйдешь.